Петербург, дождь, но это не унылый дождь. Он, конечно, немножко философ, как и его автор, и умница, как и его автор Юрий Шевчук. А ребята, они, конечно, взрослые, но они танцевали немного, как та самая святая детвора. Может быть, немножко не хватило технической сложности, но наполненность, эта философская и одновременно веселая, была. Мы абсолютно уверены.